С введением режима самоизоляции образование в России не остановилось. Большинство школ во всех городах страны перешли на дистанционное обучение на уникальной платформе «Моя школа онлайн». Это стало возможно благодаря нацпроекту образования. О том, как этот проект реализуется в Тульской области, говорили на совещании педагогов с губернатором Алексеем Дюминым. Заседание прошло в режиме видеоконференции. По словам губернатора, сегодня дистанционно учатся свыше 150 тысяч детей. Для них организованы видеоуроки и виртуальные лаборатории. Руководство региона не только помогает оснащать учебные заведения, но и предоставляет домашние компьютеры для детей. Мы сейчас готовим полный перечень и список. Значит, и образовательных учреждений, где технически мы должны усовершенствовать материально-техническую базу. В ближайшее время, значит, мы закупим необходимое количество гаджетов именно по той категории, где, в первую очередь, нет возможности у родителей приобрести необходимые, значит, устройства. Дополнительное образование получают сейчас и сами учителя. Педагогов, у которых нет навыков проведения видеоконференций, обучают специалисты регионального института повышения квалификации. Чтобы